А следующий наш исполнитель, Александр Константиновский, он... Встречаем? На самом деле, по жизни я 25 лет уже занимаюсь тем, что честью и правдой служу гражданской авиации, в том числе и канадской уже 15 лет крайне. Вот этим я занимаюсь профессионально, а то, чем я занимаюсь гитарой, это больше как хобби, и все-таки, в конце концов, уже надоело делать это для себя, просто для снятия стресса, для близкого круга друзей, а хочется перестать быть эгоистом и кое-что предоставить вот более широкой, открытой публике, такой жизнерадостной, как здесь присутствует. Спасибо огромное заранее. Ну, я хочу спеть пару песен, которые... Может быть, дадут вам возможность взглянуть на наш прекрасный окружающий мир глазами пилота гражданской авиации. Вот многие из вас наверняка все летали нашими самолетами. И кто имел возможность, всегда заглядывали в кабину, где живут летчики, и офисы мы это называем своим. Кто не имел такой возможности, пожалуйста, в следующий раз, когда будете в самолете, обязательно скажите об этом, вас обязательно туда пригласят. Но, надеюсь, после того, как пройдет вся эта байда с коронавирусом, мы маски снимем. Пока мы еще в масках и пока много ограничений. Но в связи с тем, что мы большую часть времени сейчас проводим на земле, в связи с тем, что объем перевозок снизился, вот чем еще заниматься, как писать новые песни. Одни законы физики нас держат в небесах, нас радуют одни и те же мысли. Мы путаемся в часовых порой и поясах, романтики мы все в каком-то смысле. Нас многим не понять, нас тянет в облака, хоть на земле забот еще по горло. Заветной той мечте мы преданы, пока дюраль на крыльях воздухом не стерла. Заветной той мечте мы преданы, пока дюраль на крыльях воздухом не стерла. Слегка закрепощенные в пожизненной ходьбе, сочтем за кайф парить над суетою. И взгляды восхищенные притягивать к себе распахнутой души всей широтою. Ей так знакома истина, кто б сомневался бы, загадочно доступная пилотам. Скользящая над глистером дыханием судьбы, а между тем работа как работа. Скользящая над глистером дыханием судьбы, а между тем работа как работа. Кого-то, может быть, волнуют млечные пути и черные тартмические дыры. А нам важнее, чтоб, будучи по сути взаперти, был счастлив экипаж и пассажиры. Какие бы сомнения не ставили в упрек и в чем бы только нас не обвиняли, мы континенты связываем вдоль и поперек и штопаем их по диагонали. Мы континенты связываем вдоль и поперек и штопаем их по диагонали. Нас оживит прохладой перламутровый туман, нас встретит солнце поцелуем жарким. С июльской грозой закрутим мы роман, а снегопад надарит нам подарки. И ежедневно бережных, качая сотни тонн, будь на дворе мороз и день весенний, пусть ласковое небо и бархатный бетон нас берегут от бед и невезений. Пусть ласковое небо и бархатный бетон нас берегут от бед и невезений.